Несмотря на то, что обычно игроки очень и очень тепло встречают новичков в жанре оборонительных стратегий, действительно достойных внимания творений в Android Market не так уж много. Игра Empire Defense 2 от разработчиков из студии Good Team – это продолжение классической Tower Defense стратегии Empire Defense, которая пришлась по вкусу очень многим любителям этого жанра. Игра выделяется среди своих собратьев по жанру довольно обширной предысторией, судя по которой вам предстоит вступить в бой с захватчиками вашей страны, сформировав вокруг себя ополчение и свергнув с трона правителя мага по имени Хорн. Empire Defense 2, в отличие от первой части, несколько отошла от классической вариации и предлагает игроку самому начертить дорожку, по которой будут маршировать вражеские войска. Но сделать это можно не с помощью хитрого расположения оборонительных башен, а с помощью главного героя. В начале каждого уровня вам дается несколько очков движения, с помощью которых вы можете двигать своего военачальника из одного конца карты в другую. В остальном же Empire Defense 2 должна быть хорошо знакома всем любителям жанра оборонительных стратегий. Вам все так же предстоит собирать деньги из поверженных врагов, на которые вы в дальнейшем сможете построить действительно крепкую оборону. Игра Empire Defense 2 должна понравиться как любителям жанра, так и простым игрокам, которые хотят весело провести несколько свободных минут. Empire Defense доступна в Android Market совершенно бесплатно и будет работать на всех устройствах под управлением Android 2.1 и выше. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.